Во-первых, что, ребят, мне надо перетащить все свои сундуки, вот это все, что вообще, все барахло, которое я скопил. Скопил я немало уже. Все я хочу перетащить вот в эту крепость, которую я вот буквально пару дней назад начал строить. И просто я хотел проэкспериментировать, и тут я понял, что это будет, я думаю, моя, так сказать, хозяйственная ставка. Хозяйственная. А от нее, вот, либо по этой вот эстакаде, которая... Ну, смотри, сейчас я тебе пробегусь. Вообще, по идее, эта эстакада, она должна приводить к моему Нью-Йорку. Сейчас вот глянем. Сейчас вот добегаю до сюда. Сейчас мы посмотрим с тобой направо. И мы его с тобой не видим нифига. А он должен быть виден. Сейчас, может, проявится. Короче, вот там он должен быть, Нью-Йорк. Блин, собака. А чё, он не там, что ли? Это жалко, если он не там. Вообще он был виден. То есть он просто сейчас не это, не поступает. Да, вон он, вон он, вон он, вон он. Вон он. И я вот думаю, эту самую железную дорогу здесь проложить. Да, ладно, слушай, давай уж, если мы уже прямо тут, давай мы тогда эту эстакаду с тобой допроложим. Так, а вот, да, сорваться я не могу, прекрасно. Прекрасно. Кстати, если сорвусь, я думаю, что, по крайней мере, в листву упаду. А двойную здесь не надо нифига. Вообще не надо здесь нету двойную никакую. А прекрасным образом я обойдусь одинарной, потому что будет железная дорога и все. Я буду тут перемещаться по железной дороге. Потому что так это фигня на постном масле. Бегать тут запаришься. И сейчас я думаю, прям сразу доложим до Нью-Йорка. И прям сразу, ребята, прям сразу посмотрим, что там у нас в нью-йоркских сундуках. И все это перетащим. За исключением какого-то такого хозяйства по типу там всяких разных камней. Там гравиев, диоритов. Это все я оставлю в Нью-Йорке. Ну и, соответственно, во всех прочих этих сундуках, так скажем. А вот всякий изыск, там колдовские книжки, там всякие те же травки, вот то, что для рецептов нужно, я все это перетащу в крепость. И в крепости у меня будет и стол для колдовства, вот это все я сделаю. Там я начну колдовать. Ну и я считаю, что очень я правильно делаю, у меня будет быстрая связь, собственно, с первоначальной точкой. От первоначальной точки у меня там рядом есть еще ферма. Там, где у меня первый дом построен мой. Если кто-то вдруг смотрел раньше, то видел. И ну, вот так будем двигаться. Потом будем искать вот этот самый деревню. Надо будет ее уже более... Вон, видишь, внизу. Это у меня тут эти самые стеклышки, стеклянный пол. Да, вот так вот сделаем здесь, чтобы я понимал вот такую доминошку тут поперек, что там стекло. Ну, тут уже рядом, вон, все. Я вот не знаю, как мы врубимся в сам небоскреб или как, не знаю, сейчас посмотрим. Но дойти до него надо, раз уж мы, как говорится, приняли сейчас с тобой. Установим эту взаимосвязь, крепость потом доделаем, окружную железную дорогу, вот это мой большой железнодорожный квадрат, доделаем, все, не вопрос. Ну, вопрос, конечно.
Но так темнеет усиленно. Зараза. Слушай, подожди, дай я зайду в настройки. И достал уже. Статистика, достижения, настройки. Сложность, музыка и звуки, управление, настройка чата, язык, настройка графики, внешний вид. Плащ, левый, куртка. Так. Ладно, понятно, настройки графики, наверное. Прорисовка, покачивание камень, модификатор, облака, объемные частицы, все тени. Полный экранный режим, инферно, использование, мягкое освещение, максимум, графика, быстро. Уровень детализации, это не здесь, настройка графики. Блин, подожди. Специальные возможности. Субтитры, фон текста, автопружок. Непрозрачный фон. Диктор. Подожди, настройки чат, это не надо, управление. Но это... Она готова, подожди. А где же он тогда, блин? Внешний вид. Ай, блин, так, специальные возможности. Управление. Нет, не управление. Управление уже было. Ладно. Я потом посмотрю в интернете, как это сделать. Сейчас мы уже дойдем. Так, еще парочку штук положим. Почти уже.